В эфире Первого канала «Воскресное время». Я Валерий Фадеев. Здравствуйте. Мы расскажем вам о главных событиях прошедшей недели. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Секретные материалы. Биологический материал собирается по всей стране. Зачем Пентагону понадобились биоматериалы россиян? И можно ли использовать геном для создания биологического оружия нового поколения? Сегодня Соединенные Штаты свои наступательные военно-биологические программы не остановили. И не случайно вопрос-то крутится вокруг тех заказов, которые делает Пентагон. Охота на льва. Дверь в столовую была открыта, и там на полу в крови лежал мой дед. Когда он увидел меня, он произнес с большим трудом, задыхаясь: «Уведите Севу». Меня все тогда звали Сева. «Уведите его, он не должен это видеть». Любящий дед и отец красного террора. Это все Троцкий. Кто сегодня приходит на его могилу и считает, что именно он живее всех живых? Наш специальный репортаж из Мексики. То, что он, получив удар ледорубом по голове, еще пытался бороться, конечно, впечатляет. И все это произошло в этой комнате. У меня просто мурашки. Вместе целая страна. Хочу, чтобы меня в регионах услышали. Грех не поддержать такие начинания. Кто идеологическим склоком в соцсетях предпочитает дело, чтобы помочь тем, кому это нужно, здесь и сейчас. У многих мам, которые вот, они раз попробовали, два попробовали, а потом: слушайте, как мы без этого жили. Нефть, газ и кровь. Хиллари Клинтон, генерал Петреус, Джеффри Фельдман. Грядет ли после арабской весны весна латиноамериканская? И кто готов бесконечно перекраивать карту мира ради своих интересов? Я не обязательно совершенно прав, но я близок к истине. Все сегодня видят, что мир как будто сошел с ума, разладился, но никто не понимает, как и почему. А я объясняю это, объясняю реакцию игроков. Но в начале программы срочные новости, которые приходят из Ингушетии. Назрано.